Доброе утро всем. Я приготовила себе завтрак, яичницу с помидорами. Григорий выбрал шарики шоколадные с молоком. Она еще внутреннюю скажи, как духно Не называется. скажу. Афонечка, а что ты там и нашел? Цветочки? Цветочек? Да ты моя радость. Спасибо тебе, родная. Ну как ты спала, расскажи. На своей кровати. Хорошо? Не страшно? Страшно. А, страшно? А я зашла тебя укрыть, а ты храпишь. Думаю, наверное, не страшно уже. За Юнь, ну я им не будет неудобно, я там не высплюсь, понимаешь? Да? Да, ты можешь там сколько угодно спать. Да, сколько угодно. Да. Ну все, пошли садиться в машину, поехали. Ну, я тебя... Мама, а как эти цветы называются? Это травка такая, березка. А береза? Береза нет, береза это дерево, это береска называет бабушка. Тебе какие нравятся? Мне больше всего нравится вот эта желтенькая. А тебе какая? Ну, вот такая. А тебе какого цвета нравится? Или тебе розовая нравится? Тоже желтая? И мне тоже желтая. Здесь еще розовые, да? Мы уже с мамой вяжем опять в Украине, да? Любуки смотрим. Вяжем укроп. Вася отстал. Я сейчас маме буду варить рыбу. Это пеленгас уже нам Сережина сестра давала. Почищенную, порезанную. Все, как я люблю. Поэтому вот маме варю. Здесь маме гречка. Мне тосты хочу перекусить. И сейчас кофе сделаю. Так, мамуля у нас же сейчас питается по своей собственной диете. Ну, ей там прописывали же в больнице. Вот, пока мы здесь, я сразу рыбу отварила и гречка. Вот, чтобы быстрее, чтобы дома ей не готовить себе отдельно. Гречка в мультиварке, рыба просто. Ага, так мама с папой на обед едут. Я иду смотреть воду, сижу, мне вчера добавил, чтобы сегодня была, гляньте, как она чистая. Фильтр работает всю ночь. Прям реально он такой, естественно, слабенький. Такой маленький, поэтому все чисто, но всю ночь работает. Я уже говорила, да, что эта петрушка зашла сама по себе, потому что родители мыли семена. Оказывается, вот семена, чтобы лучше взошли, их нужно мыть. И сюда сливали, какие-то падали. Но вот я же говорю, что природу не обманешь. Они, получается, перезимовали, поэтому она все равно идет в стрелку. Вот. Так что она вот, ее убирать отсюда. Я сейчас иду готовить себе обед. Сержуня. Просто супер. Супер-пупер, когда лето. Обожаю лето, обожаю тепло. Но детей нет. И меня это как-то немного напрягает. Сегодня Антоха меня удивил прям очень сильно, потому что он сделал все свои задания утром. Он такой в этом плане. Я, если честно, думала, что буду его заставлять. Антошке немного учеба дается сложнее, чем Гришке. Но это по моему мнению, что ему нужно немного дольше все объяснять. И некоторые темы я ему объясняла, некоторые темы даже включала в видео на YouTube. Знаете, вот типа вот из серии там онлайн обучения. Вот, и он слушал, и тогда ему становилось понятно. И я думала, он не будет хотеть летом что-то делать, но нет. Он делает с удовольствием прям. Там всего 4 задания, 2 русских, 2 математики. Задача примеры, и по-русскому одно задание всегда написать, а другое вставить буквы. И он сегодня все это сделал перед лагерем. Вот проснулся в 7:30 и за полчаса сделал.
Тем более им завтракать особо не надо, потому что в лагере завтрак, в лагере два раза кормят, завтрак и обед, и еще дают или сок, ну должны, по крайней мере, так говорили, но я у детей не спрашивала, что-то давали им или нет, или там раз в неделю должны давать мороженое или фрукты. Ну, как бы что-то там между перекусом. Ну, вот насчет этого не знаю. По-моему, еще ничего им не давали. Сегодня у них будут какие-то фокусы им показывать. И они взяли по 50 рублей, сказали, что надо сдать на фокусы. Ну, в общем, и театр. Но дети сказали, мои, мы в театр не хотим. Нам только дай по 50 рублей на фокусы, а театр 100 рублей. Ну, они не захотели, поэтому не пойдут. И сегодня еще Антоша репетиция на танцах. Потому что день района у нас, будет шествие театрализованное, и тема будет как раз театра, потому что это год театра в России, поэтому будет что-то театрализованное, не знаю, они там репетируют, и уже во вторник мы поедем, Антоша будет на танцах участвовать в шествии, а Гриша на карате. Не знаю, вроде бы я так слышала, что еще Сержуня будет участвовать в шествии с агрофирмой «Луч», но им еще ничего не говорили. Ну, в общем, сюрприз будет, если что. Но в любом случае поедем, потому что дети наши участвуют. Я буду сейчас жарить рыбу. Это вот пеленгас, я его разморозила. Немного замариновала соль. Вот такой вот лимонный перец. Вот к рыбе он очень приятный. И вот такой вот он желтенький. И немножечко подсолнечного масла. Подсолнечного, какого растительного. Вот это вот оливковое использую. Потому что в салате оно прям такое горчит. Оно extra virgin. Поэтому я на нем его немного всегда рыбу им сбрызгиваю. И немножечко в сковородку жарю на нем. В общем. Так что сейчас пожарю рыбку и макароны. Наш опять обед вдвоем, у нас прям Сержуня романтик за романтиком, да, Сержуня? Mm-hmm. Скажи же хоть сестре-то спасибо за рыбу. Это я должна спасибо сказать, что она уже сразу была почищена и порезана, да? Ну, она же и порезана была. Да. Ну, мы еще приедем за такой. Чего еще раз скажи? Пожарено, что? Пожарено было, да. Дети только с лагеря пришли, поели. Но сегодня, кстати, вы поели, да? А что вы поели? Захотели поесть? Что, водичка попрохладнее, да? Попрохладнее? Гриша, кстати, вот этой вот штукой, да, собирает мусор на дне. Вот так. Да, засасывает. Там песок все равно скапливается. Вот такая вот линия просто появляется. Ну да. Гришуль, поехали? Решит время, вы сейчас будете садиться. Ты потом говоришь, что ты опаздываешь, сына. Фань, иди на ключи, закроешь машину. Мы с Афонькой мальчиков развезли и что купили, заехали? Расскажи. Что мы купили? Что купили? Клубнику купили, такую красивую, да? Да, можно одну? Конечно, конечно, бери, сынок. Сейчас я закрою багажник, а ты закроешь машину, замкнешь, ладно? Ехали за мальчиками, Антохой на футбол, Гриша с карате. Вон там уже что-то подрались. Что было? Приехали домой, мальчики подрались. Ты знаешь, что Серега с Гришей подрались? Мам, у Зои была кровь, мам, да? Мам, здесь Гриша ни в чем не виноват. Он нормально пил. Серега специально раз ему хотел отобрать. Да? Ну, бывает, сынок. Ты же знаешь. Так, молодой человек, а вы, пожалуйста, все вот это вот этикеточку выкиньте, пожалуйста, в мусорку. Ну вот, где ты кинул ее? А что? Выкинул этикетку от новой кепки. А я вижу. Так, Антохе новую кепку купила. А мне новую купа не купили, слово. Так, Афоне новую кепку. А сегодня к нам Ульяна приезжала. Да. Когда? Зоечка, ну как тебе трактор?
Я даже могу понять. Не можешь? Сейчас пойдем искать, сынуль. Нет, уже ветерок. А только ветерок приезжал? Нет, только девочки. И Афоню они привозили сегодня домой. А что, Маргарита, ты мне не рассказывал, что Афоню уже перевели в старшую группу? Нет, тетя Вика не забирала от ветерка, потому что я видела, что Ульяна гуляла. Хорошо. Афоню перевели в новую группу? А он там спал или когда тебя перевели? Спал. Сегодня. Спал уже? С Ириной Васильевной? Да. Ну и как это было? Афоня, быстро поднимай. Вот ты все любишь раскидать. Да, я люблю. Вообще-то Ульяна была еще в садике. Да? Гриша облит. А нам новое платье купили. Это серёгое. Ну ничего, бывает, да? Да, и то, что не мама пятница. Мама, я мама просто распсиховалась. Мама же успокоилась. Что случилось у тебя? Антоша, а у тебя что случилось? Какой? Что случилось? Ты не хочешь, чтобы они уезжали? Ну скажи. А может он туда поедет? Папа, привет! Ты такой счастливый, папа. Ты устал сегодня, представь. Вообще устал. И это сколько уже? 12? И до 8:15. И сейчас, короче, мыться и спать, да? 12 часов рабочий день. Что-то... Да. Трактора сломались два штуки, как назло. Волосы не мочить! Идем! Зоя уже просто по кругу тянет, да, глянь? А, акулы наступают! Да, да. Ну, Гриш, не надо, они не хотят, скажи ему. Вылазить? Вылазить хочешь, Зоя? У нас есть такси акула. Да? Давай. Такси акула. В бассейне теплее, чем на улице. Да, в бассейне теплее, конечно. Такси акула, папа. Ты будешь кататься? Зацепилась. Фанька!